Моллюск. Где наловить моллюска на реке Пра? Все очень просто. От базы идет дорога, проходим лужи, вот здесь вот нам, и идем вдоль болот и доходим вот до этой вот речушки. Вот я сейчас на ней здесь нахожусь. Соответственно, нам нужны обязательно это нулевые крючки. Сборку я сейчас покажу, что это нулевые крючки. Крючки, вот они. Вот, на что он ловится? На кусочки рыбы и на рыбьи потроха. Также здесь приловом заходит иногда пиявка, но больше всего моллюска. Как видите, у нас идет моллюск. При разделывании моллюска получается 3 штуки. Соответственно, можно очень хорошо нафармить моллюска. Всем ни хвоста, ни чешуи.